Всем привет, друзья! Всех рад снова видеть на канале. У нас с вами сегодня замечательный день, замечательный выпуск. Я еду сейчас в сторону компрессорного микрорайона по просьбе одного моего подписчика. Ну вот он написал комментарий: хочу посмотреть микрорайон компрессорный. Я думал, а почему нет? И я решил поехать и снять для него, специально для него, этот выпуск. Так что, ребят, если вы хотите, чтобы я куда-либо тоже съездил, обязательно пишите ваши комментарии. Вообще, подпишитесь на канал, мы вот уже к компрессорному подъезжаем. К сожалению, здесь поворот налево у нас запрещен, придется сейчас нам ездить кругами. Ничего страшного, тут видите, просто развязок всяких много. Автобусные, троллейбусные, что-то я несу. Железнодорожные, автомобильные, бля, и тут развязки-то. Вот скорая, вот я все понимаю. Вот и без мигалок. Так, ну что, уже непосредственно въезжаем в микрорайон компрессорный. Сейчас с вами здесь, ребята, немножко прокатимся. Я все-таки надеюсь, что человек обязательно напишет мне комментарий про этот микрорайон, раз он просил его. Пожалуйста, получите. Солнце. Ах, какое оно яркое. Блин, человек еще переходил. Прям по шарам било сильно. С правой стороны как раз таки проходная завода компрессорного. Тут в новостях читал новость, вроде бы как его за взятку что ли что-то посадили. И одна из центральных улиц микрорайона компрессорного. Я, честно говоря, эти улицы не знаю. Что там у нас? Не успел я прочитать название улицы. Район отдаленный. В целом, кстати, неплохой район. Я считаю, если у вас не так много денег, можете рассмотреть вот вариант жилья здесь. Ну, для тех, кто вот приезжает заработать, подработать в Екатеринбург. Здесь, кстати, жилой фонд, он как и новый есть, так и старый. Старого, конечно, побольше, ну и, соответственно, он подешевле. Есть и новостройки, они там дальше находятся. У них с левой стороны тут, я так понимаю. Сюда общественный транспорт ездит, магазины, банки, все есть на районе. Сторонка потом начинается. Ух ты, тут дорогу сделали. Я когда... А, нет, не сделали. Просто я тут бывал. Работает здесь коллега. Точнее, работает, живет здесь коллега. Как-то он приезжал. Нет, дорогу здесь не сделали, она стала еще хуже. Рано радовался я. Или они тут типа сняли асфальт, хотят сделать. Да, там он каток стоит. Детские сады, все кругом есть.
коллеги, говорит, нравится здесь жить. Район хороший. Да, конечно, он удаленный от центра города. Вообще, как бы от города отдаленный район. Сырости идет. Стороны новостроечки. Блин, такое солнце прям мощно светит в глаза. Еще низко так находится. Новостройкам проедем, если у нас там получится. Вроде бы как получится. Что на старое жилье смотреть? Давайте на новое посмотрим. Конечно, они тут тоже не дешевые дома, квартиры здесь. Но все-таки подешевле, чем в основной части города. Проехать по кругу. А, тут по другому кругу получится проехать. А, тоже не получится. Ладно, давайте развернемся. Там москвич такой интересный стоит. Старый. Как говно мамонта. Сделано. Куда-то все туда ездят, а нам туда не надо. Бабай, блин. Вот видите, ему похеру, ему надо что-то делать.
воду вот он там разгружает, блин. Ну, фиолетово на то, что он стал и всем мешается. Просто лайтовая, прям изи. Практически никто не ездит, дороги свободные. На этом все. Большое спасибо, что смотрели этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Ну а на этом все, ребята. Всем до новых встреч и всем пока-пока.